Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. В Мариэл в заключительной стадии подготовка детских лагерей к летнему сезону. Особое внимание к пожарной безопасности. Напомню, летом в республике будет работать 20 загородных стационарных и 240 пришкольных детских оздоровительных лагерей. Проверяют не только наличие всей необходимой документации. Особое внимание уделяется тому, чтобы ответственные за пожарную безопасность в лагере прошли необходимое обучение. Схемы эвакуации, телефоны экстренных служб должны быть на видном месте, а загромождать аварийные выходы категорически запрещается. Проверят специалисты состояние пожарного водопровода, а при наличии мотопомпы, ее исправности и умении персонала работать с ней. На сегодняшний день сотрудниками государственного пожарного надзора проверено 178 лагерей. По результатам проверок к ответственности привлечено 4 юридических лица и 14 должностных лиц. Данная работа пожарным надзором проводится ежегодно. Те объекты, которые попали в план проведения плановых проверок, размещен на сайте прокуратуры, проверяются в соответствии с этим планом, в сроки, установленные им. Как отмечают в МЧС, рейды по лагерям продлятся до конца месяца. Напомню, такие проверки перед сезоном детского отдыха проводятся третий год подряд, и они дали результаты. За это время в Мариэл на территории детских лагерей пожаров и возгораний зафиксировано не было. Как отмечают в МЧС, рейды по лагерям продлятся до конца месяца. Напомню, такие проверки перед сезоном детского отдыха проводятся третий год подряд, и они дали результаты. За это время в Мариэл на территории детских лагерей пожаров и возгораний зафиксировано не было. Пульс. Слушайте Пульс Радио, получайте подарки. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.